Но, к слову, контролировать вывоз мусора будут и активисты Общероссийского народного фронта, а вместе с ними и все горожане. В Омском отделении ОНФ представили проекты, которые будут реализованы в 2017 году. Они называются «Генеральная уборка» и «Убитые дороги». Они будут интерактивными на специальных сайтах. Каждый пользователь может отметить конкретное проблемное место на карте города, там, где находится несанкционированная свалка или разбитый участок дороги. Далее на портале будет появляться информация о том, что собираются предпринять власти, и отчеты об исполнении. По традиции, самую большую активность пользователей ожидают в проекте «Карта убитых дорог». Вспомните, прошлый год у нас сначала не вывезли снег, потом не прочистили ливневку, а потом все дороги были разбиты. То есть, ну, не допустить этого и ремонтировать дороги, которые уже просто набили оскомину людям, и которые власть не видит. Для этого создан этот сайт.